Доброе утро, дорогие друзья! Доброго вам утречка, хорошего денечка. У нас утро туманное, осеннее туманное. Так даже неинтересно, вот. Время у нас 8:00. Не знаю, сколько точно. 5 градусов. Ветра нет. Тихо, хорошо. И тишина. Вот только Педро нарушает тишину. Люшка еще не открывал их. Сейчас пойдет кормить. А мы встали пораньше, потому что хотим съездить в лес. Договорились с ребятами съездить в лес. Посмотрим, есть грибы, хорошо. Да какие, наверное, уже грибы? Грибов-то нет, наверное. Ну, просто прогуляться, выехать по осеннему лесу, пройтись. Ладно, пойду завтракать. Туман не ушел. Доброе утро всем. Доброе утро всем, дорогие друзья. Доброе утро. Мы собрались в лес. По грибы. По грибы. Что? Пшеница стоит. А-а-а. Я ж тебя просила, забери. Ладно. Ну, сейчас не пойду я. Ну, конечно, нет. Ну, пускай кошки покрыли. Ладно, пойдем. Сейчас должны подъехать ребята. Пойдем. Не найдем грибов, так хоть погуляем. Вот это помню. А? Чистим. Воденцова. Снег уже был, ездили за опять. Да? Ну у него было за грибы. Это гриб был. Ага. Он его не вылезал. Так, когда же все листья облетят, а? Не там. Ну что это? А я вон розочку укрыла пакетиком. Вчера вечером вышла. Так было холодно. Думала, будет мороз. Надо снять. Сними, а то прокиснет, говорит Лешек. Я ее берегу. Чирикают воробьи. Так, пакетик далеко уносить не буду. Сейчас положу вот тут вот. Где-то тут. Чтоб потом опять укрыть. Если будет холодно. Куча у нас так и лежит. Да, надо все обрезать, Лёшек. Паутинка. Расчирикались, ага. Сейчас будет солнышко, наверное. Это они на погоду так чирикают. Еще паутинка. Ох.
грибочки. Правда, поганки. Но мы еще из дома не уехали. Грибочки. Они поганки. Поганые опята. Поганые опята, да. Ну да, вообще берем, мы поедаем. Ну красивые. Ну ладно. Подождем. Ой, блин, окрут нарыл. Глянь, капец. Собака бешеная. Надо разгрести это все, потому что потом этим не проедешь. Газонокосилкой. Вот собака, ну. Ладно. Солнышко сейчас выйдет. Ты прям как паровоз. Вроде 5 градусов, похоже. 5 градусов? Я даже не глянула. Сколько градусов? Приехали в лес. Мы в лесу. Какой воздух! Какой воздух! А, сейчас дойду. Да. А вереск? Вереск цветет. Такие вот веточки. Кто видел вереск? Кто не видел, как он цветет? Вот это вот вереск. А этот какой, гляньте, муравейник. Ой, какая красота. Гляньте, сколько же здесь муравьев живет, а? Как классно. Вот он. Красавчик. Вот он. Такой красивый. Мы на ту сторону пошли. Мы на противоположную сторону пошли. Она уединится. Куда я уединюсь? А елочка какая, скоро Новый год. Так, ладно. Мох какой красивый. Вон. Ой, классно. А мне и грибы не нужны. Я вот погуляла бы вот так вот просто вместе с вами. Сколько здесь вереска. Гляньте. Вот он весь, поляна прям. Вот. А, черника. Вот вереск. А дальше вон черника. Ладно, будем... Будем походить, поискать. О. А туда дорога уходит вон. Гляньте, красота. Ой. В общем, ничего нету. Одни поганки. Ну и ладно. Зато классно как. Дышим глубже. Морозный.
Ой, а вот какие-то красивые. Вот. На пятки похожи. Опятки. Поганые. Поганые, да. На поганые опятки похожи. Марина! Ушла куда-то. Марина! Ага. А где мой Лёшик? Лёшик! Другой. Ага. Оба там. Ты что-то нашел? Так а что ты там ходишь? Иди, будем ходить все вместе. Будем гулять по лесу. Ой, какие елочки, малышки. Ага. Ага. Вон они, детский сад. О, что-то какой-то, да? Масленок? А ну покажи. О, какой масленок. Ну да, один попался, да сколько прошли, один попался. Ну, не с пустым ведром. А вот еще, только мыши погрызли. Да, вот. Но они не все погрызенные. Вот два маленьких есть хороших, вон, возьми, ведерко положи. Как здорово. А, вон уже и машина, Наташ. Да. Так что мы тут недалеко крутимся. Если что, до машины добежим. Да. За машину спрячемся. Какая тишина. Аж в ушах звенит. Ветра нет. Класс. Такой сырой лес. Да. Тепло, сыро. Да. Что надо? Что надо? А их нету. Ну ладно. Гляньте, какая. Какая красота. Да? Лишайники. Все в лишайниках, видите? От сырости. У нас на юге нет лишайников. Ни мха, ни лишайников. Ну вот. Откуда ушли, туда и пришли. Заросли. Желтые, заросли черники, гляньте, сколько ее. И там вон вижу. Надо сюда за черникой приезжать. Там вон лес дремучий, видите, там прям темно в лесу. О, еще один муравейник. Мухоморы? Нет. Покажи. Оранжевые? Да. Это мухоморы. Просто шляпка такая. Не мухоморы. Мухоморы. Это не мухоморы, говорит. Я только что-то тоже сорвала. Это не мухомор. Их не надо его брать. Он мы трубчатый. Мы не знаем этих грибов. Он трубчатый. Покажи трубчатый. Ха-ха-ха.
Ой, вижу. Ой, красоту какую вижу. Ой. Гляньте, видите? Ой. Гляньте, какая красота. Ой, сколько их тут. Обалдеть. Ой, вот семейка. А что же это за грибочки такие, а? Это маслята, что ли? Такие скользкие. Нет, это не маслята. Не знаю, что это за грибы, но красивые. Лёшек, иди глянь, какие красивые. Ну нет, говорю. Иди посмотри, какие красивые, глянь. Какие красивые, тут прям куча. Такие прям. Вот они. Вот. Да, да, я видела. Не знаю. Не знаю, не видела. Они скользкие, как маслята, но не маслята. Да, да. Ой, куча. Ага. Это опята, говорю. Это опята, говорю. Не, они белые какие-то. Такие. Нет, внутри. Мы не будем брать. Нет, конечно. Мы полюбуемся на них. Мы их даже не знаем. На красоту. Глянь какие. Вот иди посмотри. Глянь. Да? А в том году таких тоже много было. Да, Леш? На пеньке. Может быть и опята какие-то. Ну, фиг его знает. Где? Мышата? Мышата. Ну, конечно, это не опята. Ну, что-то похоже. Ну, кто его знает. Вот. Это не мышата. Глянь, какие они желтые. Это не мышата, у них желтые внутренние. Да. Куда ты забрел, Лешек? Выбирайся. Хожу, брожу. Иди за мной. Елочки. Да их, наверное, нигде нет. Я в лесу брожу, брожу. В машине подъедь. Да? Подъедь к машине. А? Погуляем. Ну, погуляем хоть немножко, да. Дышим и дышим глубоко. Вот вереск опять, видите, какой. А он пахнет, интересно. А вот сосенка маленькая. Ой, класс. Ребята, как вот все. Вчера вечером немножко понервничала. Напилась успокоительных. Ну, спала, да. Спала. А утром проснулась, опять так на душе неспокойно. А вот в лес приехали. Ну, прям расслабляешься. Вот хочется, не хочется. Без всякого твоего желания. Вот все внутри вот так вот как бы отмокает. Расслабляется так вот. Так классно вообще, ну не передать. Ой. Я белые грибы нашел. Сосенка. Это. Какая? А. Белые грибы. Белые нашел грибы. Белые-белые. Ой, сейчас проберусь к тебе. Еще мышонок? Вот, белые-белые. Белые-белые, ага. Вот какие-то белые-белые. А вон еще белый-белый. Ага. Под дубом. Может, это поддубник какой-то. Ой, все-таки лес другой воздух. Да. Другой совсем.
совсем другой. Я вышел, у меня голод. Тебе вообще надо дышать глубоко в лесу, Лешек, чтобы немножко проветрить твои легкие. Хотя фиг их тебе проветришь. Фу, как он. Да это какие-то поганки. Какой-то неизвестный грибок. Да. Это фильм был «Ленин в октябре». Старый фильм. Там солдат пошел за чайником, ага, и увидел Ленина. Не за чайником, за кипятком. Да, с чайником. И бежит, орет. Я Ленина видел. Так и сейчас оттуда грибник свернул. Я грибы видел. Так, что, где наши? Едем в другое место. Ой, гляньте, какой мох. Ну, ага. Это ж вообще... Красавец. Гляньте. Да? Да фиг, нет, мох. Говорят, что, как нас учили в школе, что мох растет с южной стороны дерева. А оно неправильно. Нет. Он везде растет, да. Вот, с этой стороны растет, гляньте. И с этой стороны растет. Вот. И где тут юг? Так, ладно. Ну что, поедем в другое место. Еще там погуляем. Вот, а потом заедем к нам на чай. Здесь дорога недалеко. Кстати, мы уже в Брянской области. Понятно вам? Пойдемте. Лешек. Мы приехали в другой лес. Сыро, да. Мокро. Грибочков нет. Ничего страшного, да? Даже и хорошо. Мы даже ведра не брали с Лешиком. Красавчик, да? Гляньте. Какие сосны. Сосны там вот. В ту сторону. Ну, сейчас пройдемся там. Тут только мухоморы. И мох. Мягкий-мягкий такой. Становишься и проваливаешься в него. Мухоморище. А вот какой, гляньте. О, кабан лежит. Сейчас вот я его подниму, чтобы вы поняли его размер. С моей рукой, гляньте. Это же надо. Вот это да. Класс. Что ты там нашла? Ну-ка, покажи. Какая вешенка? Это не вешенка. Нет. Да нет. Это не вешенка. Вот этот гриб, сфотка. Это говорушка. Вот, скорее всего, что это говорушки. Ну, какое у Лёши интересное приложение. Иду. Сфотка. Это, скорее всего... Зонтик. Нет. Зонтик. Румянищийся. Нет. Да, ну. Значит, говорушка дымчатая. Говорушка, конечно. Да. Говорушка. Другое приложение сейчас посмотрим.
Слышь, вот тот маленький, который хороший. Возьми, вот, который ровненький. Я снимаю. Сейчас, подожди, я вот нашла, что здесь. Гляньте, какой. Чтобы вы представляли. Вот это грибок. Вот это грибок. Офигеть. Вот это грибок. Там что-то Марина еще вон нашла. Ой, мухомор отсюда вижу такой. Не знаю, вы увидите, нет? Вон он стоит. Красивый. Сейчас пойду посмотрю, где там Марина видела что-то, а потом к нему подойду. Ой, как здорово. Ой, классно. Классно гуляем. Может, деревья и не такие красивые, но сейчас я и тот сниму. Ага. Ага, вот они, какие красотуны. Семейка прям. О! Семейка. Тоже большие такие, огромные. Вот еще один. Вот это да. О, какие. Говорушки. Говорушки. Я такого и не слышала. Да, вот коричневые такие вот, да? А глянь, какой мухомор, Лёшик. О, какой! А? Говорушки. Паутина, да? Полным-полно. Пошли. Побродили, да, погуляли в трех лесах. Вот еще красный, гляньте, какой красный, красный прям мухоморчик. Ой, забыла раньше камеру включить. Поехали, мои ребята. Поехали. А мы посидели на голове. Мама дорогая, ну ладно, посидели немножко, пообщались, кофейку попили, полялякали, поели этих круассанчиков, рогаликов. О. В общем, так. Ой, как же хорошо на улице. Как хорошо на улице. Плюс 10. Тихо. Нигде ничего не шелохнется даже. Тишина. Ну ладно. Так, а где? Где Лиска? А у меня до сих пор безвременники цветут. Гляньте вон. Видите? То а что, она не вышла, что ли? Вон. И барбарис. Любочка, глянь, какой твой барбарис красивый. Гляньте, какой красивый. Обалденно. Колючий. Гляньте, какие листочки. Это такой миниатюрный. Мини. Мини. Моя клумбочка. Вот эта травка наконец-то у меня пошла расти. Видите, вот как она называется, не знаю. Такая вот она голубенькая. Вот, красивая. Так, ладно. Пойдем домой, Лилюш. Ты пошла гулять? Ну, иди, 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 иди. У нас время обеда уже. Ну, я поставила картошечку пожарить. Хочу жареной картошечки. У нас там есть селедочка. Вот.
помидорчики соленые. Вот картошечка с лучком. Вот. Вот. Ай, ну на. Вот так вот. Будет вкусненький обед. Свет включаем. Будет вкусненький обед, как всегда. Это мне обязательно телевизор. И вот такой вот стол у нас сегодня. Доедаем супчик креветочный. Холодец у нас есть. Сало, селедка, картошка. Помидорчик соленый, помидорчик свежий. Вот килечка есть. Там не килечка, а это бычки. Бычки, бычки в томате, да. Имбирь. В общем, так вот обедаем. Лёшек потом себе сказал, положит картошечку. Ага. Вот. Все, поехали. Все, поехали, мы поехали. Приятного аппетита всем. Приятного всем аппетита по ту сторону экрана. Да. Как тебе суп, Лёшек? Отличный. Отличный. Суп обалденно вкусный. Скажи. Угу. Ладно, все. В общем, всем приятного аппетита и нам приятного аппетита.